Пацаны, распаковка, да? Или тема. Ждал долго очень. Прошел мне центроискатель китайский. То есть он его зажимаете в шпиндель, и видно биение, да? Не надо головой там ходить за этим, за индикатором. 200 на Алиэкспрессе, их там выбор большой. Но я вам сообщу, что, то есть сделанный очень даже и неплохо. Ну, в общем, как по мне, супер. Вот так он приехал. Вот такой коробочке деревянной, смотрите. Короче, блин, достойно. Бумажка вот такая. Вот так, короче, можно им там искать все что угодно, да. Куча всяких этих центровочек, ну, вернее, этих индикаторов, чтобы залазить, меняется. Я говорю, в чем плюс от нашего советского, наш советский вращается, и нужно ходить там за ним, да. Тут ручечка одевается на него сбоку, зажимаете в цангу, то есть чик вот так вот, раз, повесили, все. Ручка там это упирается, что-то, ну, то есть, либо рукой держите, не суть, важно, он вращается, вы это шпиндели, ну, вот так вот, оно все, чтобы было понятно. И вы видите биение и этот, выставляете в ноль. Очень быстро. Цена 200 где-то он мне вышел. Но ждал долго, блин. Он и шел там через этот Мистэкспресс. Задроченная фирма. Ну, не суть важно. То есть, было все хода у него миллиметров, да, наверное. А вот тут видно 3 этих оборота. Оно рисует, вот там, 1, 2, 3. Ну, то есть, достаточно, чтобы выставить всякие, еще не знаю, зачем вот это вот нажимается. Тут всякие лапки, ключик, вот еще. Ну, блин, интересная вещь на фрезерной. И, блин, сделано, говорю, достойно. Как оно будет работать? Ну, я видел видео, ребята, как уже работают, ссылки давать не умею, как шо, то есть, ну, Алиэкспрессе оформляйтесь, и там это все есть, регистрируйтесь, видите, в работе покажу, говорю, в чем плюс, что он не вращается, индикатор стоит на месте, шпиндель сам, вот видите, вращается, вот я его вращаю рукой, короче, вот так вот. Вы поняли, а индикатор видно. Как бы это все наше время, да? Советские стоят на OLX, там, блин, ну, очень дорого, и все равно, я думаю, оно не то. Вот эта тема. Так что делимся информацией о мега железячках. Все, пацаны, всем привет. Мирного неба. Вот такой обзорчик. Небольшой, ну, говорю, блин, даже ящик деревянный, гляньте, все вырезано, визиточка, наверное, что-то тут, непонятно, ну, короче, достойно, очень достойно, хлоп, все, всем мирного неба.